Так каждый раз, когда я начинаю записывать видео. Может, это он просто так пытается сказать вам, чтобы вы позвонили в службу защиты животных? Всем привет, друзья, с вами Брайан. Ребята, знаете, что я сегодня буду делать? Гуглить тебя. Мне страшно. Многие блогеры делали видео такого типа, но сейчас, спустя 3 года, когда этот тренд прошел, его делаю я. Начинаем. Итак, я набираю. Б. Ничего нет, слава богу. Р. Тоже ничего. А. Тоже ничего. Так, стоп. А я вообще есть в гугле? Я вообще кто? А, вот же я! Так, теперь мне интересно, какие запросы есть к моему нику? Почему фанфики на первом месте? Неужели фанфики про меня ищут больше, чем мой второй канал? Фанфики про меня даже ищут больше, чем мои видео на ютубе. Ребята, вы в своем уме? Вы что, забыли, насколько мне было тяжело читать их в одном из моих последних видео? Ну, видимо, после того видео все решили их прочитать. Не надо. Будет плохо. Обещаю. Звучит как угроза. В общем, ладно. Для начала мне интересно хотя бы просто забить в гугле свой никнейм. Максим Тарасенко, ютубер. О, тут даже есть дата моего рождения и город, в котором я жил. Оу, щит. Что касается запросов, тут мое последнее видео, мой канал, мои последние видео опять. Собственно, все. О, Брайан Апс, биография, фото, ролики, личная жизнь. Там кто-то считает, что у меня есть личная жизнь. Ну, давайте посмотрим. Тут мои старые фотографии. Только посмотрите на это милое лицо и теперь на это чудовище. Брайан Апс, видеоблогер, узнав о видеохостинге YouTube в детстве, пробует делать свои летсплеи и тюториалы, а через время меняет концепцию канала и создает интересные юмористические видео с личным участием. Я польщен, это слишком для меня. Я думал, тут напишут «переодевается в баб и снимает это на видео». Хотя нет, это было бы слишком странно. Так. Откуда они узнали мой вес? Я сам не знаю, сколько я вешу. Я только знаю, что я жру много. Но на вес я обычно не смотрю. Наверное, лучше так не делать. Иначе это может плохо кончиться. А? Что? О май гад, я помню это. Летом 2012-го регистрирует новый канал под названием Забрамат, который почти целиком состоял из летсплеев по Майнкрафту и другим играм. Я помню, посмотрите на это лицо беззаботное. А это что такое? Мне очень нравится этот маленький микрофончик. Впрочем, ничего интересного. Так тут даже ничего не написано про мою личную жизнь. А, ну хотя все правильно, ее же нет. Ладно, окей. Следующее. О боже, похожие запросы. Брайан Апс и его девушка. Мне уже интересно, что там может быть. О боже мой. А даже ответы Mail.ru кто-то спрашивал этот вопрос. Я... Мне страшно сюда заходить. Категория отношения. Girl. Я и эта категория несовместимы. Есть ли девушка Макса Тарасенко? Если есть, то кто? Карина, а почему ты так интересуешься? Вопрос решен 2 года назад. Интересно, каким образом? Спроси у него. И это ответ от просветленного. О боже мой. Ребят, я всегда удивлялся, какие, мать вашу, вы сыщики? Отвечает, нет, конечно, а ты претендентка? А откуда ты знаешь, что нет? Тем более, он на стриме спалил папку «Наше первое свидание». Можешь скинуть скрин, и тут реально скрин с моего стрима. Я, походу, реально вспалил эту папку. Но, ребят, могу вас обрадовать или разочаровать. Лично меня обрадовать. Это просто название скетча, который должен был там когда-то выйти, но не вышел. Не помню почему, но это было еще в 2017, поэтому нет. Вы думаете, я правда стал бы называть капслоком папку «Наше первое свидание»? Это было бы очень странно. Хотя я странный. Ну хотя да, я бы так и сделал. Есть Ирина, я ее знаю. А какой Ирине? Что? Что? О какой Ирине идет речь? Я не понимаю. О, боже мой, лучше... Так. После скетча, где ты все делаешь по сценарию, как-то говорить сложно, да? О, боже мой, тут и вправду очень много вопросов про меня на ответах-то Mail.ru. Серьезно, ребят? Возвращаемся в Google. Брайан Апс, его девушка, ответы на вопросы. Ивангай, как ты смел? Зачем ты раскрыл нашу тайну? Так, это что еще такое? В прошлой серии Брайан и Фрост пригласили свинку Пеппу на свидание. И Пеппа согласилась погулять с Брайаном и сходить в парк аттракционов с Фростом. Что? Что за фигня? О боже мой, уже не надо. Я уже сам нашел это дерьмо, я не знаю, что это. Кто ей понравится больше? И с кем она начнет встречаться?
Я, конечно, не против идеи того, что люди любят скрещивать животных и людей, строить между ними отношения в фанфиках, но серьезно, я и свинка Пеппа — это слишком. Потому что я та еще свинья, даже для свинки Пеппы. Мне кажется, у меня с ней бы ничего не получилось. Так что? Почему мы вообще зашли... Почему мы вообще пришли к этому разговору? Поэтому я не люблю гуглить что-либо такое, потому что это приводит вообще в какие-то... Все, ладно, выходим отсюда нафиг, пока не впал в депрессию. Так, я, конечно, еще рискую, но я попробую зайти в картинки. Мне очень страшно, что тут может быть. Это, по-моему, самое реальное фото меня и моей девушки. Это кадр из одного моего старого видео. Да, вот эта картинка полностью сейчас олицетворяет меня и мое состояние. О боже, это что? Это моя сестра! Почему стрелочка на тигру указывает? Мне, конечно, нравится идея тройного свидания, но не в таком составе. Сестра, я и кот. Боже. Ладно, это видео заходит слишком далеко. Мне кажется, пора выходить отсюда нахрен с этого запроса. Так, давайте еще посмотрим, что тут есть по запросу Brian Maps. Мой инстаграм! Ребятки, это ли не повод подписаться? Где живет Brian Maps? О боже, это даже сайт так называется. Гдеживет.ком. Ну, тут, собственно, просто статья, где я жил и где я живу. Вряд ли это кому-то интересно. 70 тысяч просмотров этой новости! Вы серьезно? Не надо, проблемы будут. Ладно, по запросу Brian Maps больше вроде как ничего интересного. Давайте перейдем во вкладку видео. Что же может быть там? Тут РУТП про меня. РУТП — это такая смешная, упоротая нарезка из моих видео. Не конкретно из моих, вообще РУТП делают и про фильмы, и про передачи. И вот я нашел какой-то РУТП про меня. Давайте посмотрим. Только что поступила информация, деклация, трига. Собственно, в этом и вся суть РУТП. Ладно, я понял. Давайте вернемся в Google из YouTube, потому что чувствую, ничем хорошим это не закончится. Так, теперь давайте попробуем выбивать по букве. Brian Maps C. Цитаты, мне интересно, какие у меня есть цитаты, ну-ка. Тут есть даже группа, группа с моими цитатами, серьезно. Медовик. Мне кажется, это даже как-то немного мудро. Кушаем горох, кушаем по горох, йоу, кушаем фасоль, кушаем фасоль, йоу. Это вообще цитата? По-моему, это моя жизнь. Потому что я постоянно что-то кушаю. Ладно, с цитатами все понятно. Это вообще группа 2015 года. Думаю, ничего хорошего тут не получится найти. Brian Maps и Оливия. Ивангай, тигра. Оливия, фанфики 18+. Что? Brian Maps и ботан фанфики. О боже мой. Ребята, остановитесь. Brian Maps и Даня Каша. Вот этого вот я никак не ожидал. Увидеть? Ночевка. Я не могу. Нет, ребята, нет. Данила просто приехал переночевать у Брайана, но эта ночевка стала нечто больше. Все, я закрываю. Brian Maps, Вики-реальность. Это что-то типа аналога Википедии. Знакомство с YouTube, старый канал, открытие нового канала, второй канал, блокировка основного канала 2016. Много интересно, что же тут понаписали. Одни подписчики приводили версию, что канал Брайана могли заблокировать из-за пародии нашего ревизора. Другие подписчики приводили версию, что канал был заблокирован по жалобе самого Ивангая. Почему это так смешно звучит? Вот, в конце они только правильно написали. Brian Maps. Хочу тачку, а мне дарят колготки. Это не автор этой песни. Да, я когда-то спел так. Мне интересно, что вообще выдаст по этому запросу. Хочу тачку, а мне дарят колготки. Не нужны колготки, такой, как я, красотки. Ты не всех кошек распугаешь, а каянных. Я забыл про это, боже мой. Я помню, я попросил бабушку слить на меня ведро с водой, сказал, что это для видео. Я не знаю, почему она так просто согласилась это сделать. Наверное, она об этом мечтала. О, да, это было весело. Ну ладно. В общем, ребят, это было весело. Но, думаю, пора заканчивать, пока поздно не стало. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то ставьте ему палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить самые новые видео. Также подписывайтесь на инстаграм, чтобы не пропустить прямые эфиры и фоточки. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, я, Брайан. До скорой встречи. Пока!